привет всем! Как вы видите, у нас казан разгорается. Наш казан узбекский, реально с Узбекистаном. И мы будем делать сегодня потрясающий плов. Ну что ж, участвуйте вместе со мной. Шаг за шагом я вас проведу к шикарному плову. И вы увидите, как сделать шикарный плов. Вот мама режет морковку. Довольно крупно. Не очень мелко. Потому что мелкая, она в труху вся превратится. Она должна дать сок. Наливаю масло. Мы будем еще делать жир туда. Так, здесь у нас литр. Ну вот, вот так нальем масло. Курдючный жир мы закидываем. Чтобы у нас было еще немного животного жира. Будет такой растительный животный жир. Я закидываю головку лука. Она тоже придаст ему свой эффект. Жир вытаскиваем. И из баранины мы будем использовать косточки для начала. Мы закидываем косточки, чтобы они создали свой вкус сильный. Так, бараньи косточки пока вытаскиваем. Любители погрызть их смогут сделать это в конце. Вытаскиваем первую стабилизирующую головку лука. Теперь мы движемся дальше. Засыпаем лук. Здесь вот. Должен зазолотиться. Когда он зазолотится, это значит, он в нормальном состоянии. Сейчас лук у нас еще не зазолотился. Будем ждать, когда он зазолотится. Чуть-чуть. И тогда добавляем сразу же мясо. Сегодня у меня мясо будет двух видов. Говядина и баранина. Баранина в Америке, однако, дорогая. Поэтому мы сделаем такую смесь. Говяжью-баранью смесь. Время для закидывания мяса. Закидываем мясо в наш лук. Это говядина. Порезанными кусочками говядина. И немножко баранины добавляем для вкуса. Заниматься морковкой. Мы насыпаем сверху морковочки. Мама Вера насыпает. Сыпь. Плов без морковки вообще это нереальная вещь. Обязательно нужна морковка. В Узбекистане она желтенькая. Есть такой сорт. Здесь оранжевая. Особо значения не имеет, но... Мы продолжаем нашу эпопею. Смотрите, какая уже красота получается. Сейчас будем делать... Он нужен... Морковочка должна чуть-чуть пообмякнуть. Мы постоянно помешиваем. Вот, чтобы она не перегорела нигде. Все, чтобы равномерно готовилось. Вот, постоянно помешиваем. Так, у нас
морковочка пообмякла чуть-чуть. Твердая морковочка пообмякла. И сейчас будем заливать водой. Я думаю, что уже состояние отличное. Будем заливать водой. Делаем соус, на котором потом у нас будет основан плов. Мне еще воды надо. Острый перец, он такой полуострый. Один перчик кидаем полуострый и кидаем чеснок. Его нужно обшелушить, чтобы листочки с него не падали. Вот. Закидываем чесночок цельными головками. Не зубчиками. Очень важно обшелушить все, чтобы ничего потом в плов не попало. Он придаст очень пикантный вкус, и многим очень нравится он. Набор специй для плова. Лавровый лист. И дальше вот здесь смесь. Вот такая смесь, которая сыплется в плов. Здесь и зара, здесь и чего только нету. Вот, мы сыпем эту смесь для вкуса. И, конечно же, нужно посолить. И солить надо хорошо. Почему надо хорошо солить? Потому что, когда кинем рис, рис впитает в себя очень много соли. На этом этапе, как бы, вот этот рассольник должен быть чуть-чуть перьем. Пересоленый, наверное. Поэтому на вкус, когда будете пробовать, чтобы он был чуть-чуть пересоленый. Главного. Мы будем сюда укладывать аккуратно рис. Его нельзя сыпать, чтобы он взбухтился. Его нужно просто вот так постепенно накладывать равномерно, не перемешивая. Ни в коем случае не перемешивая. Многие русские женщины мешают рис, делают ошибку. Рис укладывается. Нам чуть-чуть надо водички добавить, потому что как-то я не подрасчитал сока. Скважины нефтяные, чтобы оно оттуда лучше бы начало идти. Вот я вижу, с этой стороны у меня горит лучше. Мне нужно дрова сейчас передвинуть, чтобы у меня с этой стороны горело лучше, чтобы равномерно было. Смотри, как вулканы, да? Надо равномерно расшрубить дрова, чтобы со всех сторон равномерно у нас были кипения. Вот сейчас уже стало более-менее равномерно. Мы делаем вот такие штучки, чтобы через них было кипение. Теперь нужно собрать с краев, потому что там больше жара и огня. А нету крышки? Есть крышка, и сейчас будет крышка. Теперь оставлю крышечку, и все. Теперь там должна создаться атмосфера. Атмосфера, влажность. Там будет такая влажность, она будет бурчать, кипеть, оттуда пар должен идти. Вот, на медленном огне все это должно происходить. Вот такая вот система. Минут через 20 плов будет готов. Готовый. У меня Доминик здесь рядом помогает. Доминик, смотри, вот это что? Чеснок. Доминик помогает рядом. Рис фактически готов. Плов готов. Это чеснок самый вкусный. Как это называется? Это по-английски называется пилов. Ну вот, дорогие друзья, у меня получился такой вкусный, зернистый
рассыпчатый плов. Так, ну что, люди, давайте тарелки. Ну где же ваши тарелочки?